Ну, как видите, я чемпион мира. Схватка, значит, прошла удачно для меня, потому что я к этому долго шел. Я очень доволен. Ну, если честно, у меня план был либо 10-0 сделать, либо на туше поставить. Но как-то пытался на туше поставить, что-то рука не дошла. И вот 4-1, доволен я победой, потому что я выиграл это чемпионат мира. Тут проходных соперников не бывает. Я очень доволен. Можно еще один домой передам? Я хочу передать домой большой салам, потому что я считал комментарии, но мне писали столько людей, за меня болеют. Я всех крепко обнимаю, вам большое спасибо, то, что вы так поддерживаете. И дальше буду вас радовать. Всех благ вам. They were texting me a lot, and I'm really glad they were supporting me. Thanks a lot for that. And еще один вопрос. Что вам сказал тренер, когда вы выиграли? Тренер? Мужчина сказал, похвалил. Ну, это, если раз человек сказал мужчина, это уже, конечно, приятно. После такой победы, он, я сейчас по его эмоциям видел, он очень радостный. Потому что первый боролись мы, и для России первая победа уже есть. He said that you are a real man, and I could see in his emotions that he was really glad. It was the first final for today, and we got the first gold medal. This, it means a lot. Планы на будущее? Поеду домой, близкими отдохну пока. А потом уже будем готовиться к Парижу. Помощью Всевышнего, если удастся войти в состав сборной России на Олимпийские игры, это будет хорошо. А дальше нас ждет впереди очень хорошая работа. Надо пахать, готовиться серьезно. Потому что Олимпийский вес, Олимпийский год. Надо все отдать. Olympics. Hopefully I can make it for the national team, and there is a lot of work, and I'm ready for that. Hopefully I can make it. 50, 57.